тоже в кино. Я в деньгах. Я в том, чтобы, знаете, в 75 лет и мозги были в порядке, и деньги были. Правильно. Это тоже верно. А как тебе удается в 75 лет быть, иметь деньги и мозги в порядке? Вы знаете, по-моему, это не трудно в наше время. Это не трудно. Другое дело, что... Главное, может... чтобы работала система. А? Надо, чтобы работала система. Конечно, конечно. Может быть, если бы я не был кинодокументалистом, может быть, я стал бы финансистом. Это очень интересный опыт. Потрясающе. А почему нет? Ну, вы знаете, ну уже мозги не те. Нет, мозги-то те, это мы уже проверили. Нет, если вот финансист говорит, что мозги те, но в данном случае, если говорить про режиссера, да, там сценариста, то надо к вам идти и спрашивать. Да. А, Велина, а как вот сценаристом-то стать, да, там, что нужно, да, там, желание? Вы знаете, а финансист говорит, что нужно быть, чтобы финансистом? Желание. Желание. И хорошие мозги. Хорошие. Ну, мозги-то у вас хорошие. Я финансистом в более простой нише. Я для себя выбрала нишу, где все стабильно и все гарантировано. Поэтому здесь больших мозгов не надо. Здесь есть люди, хотят они, и я им говорю, надо делать только один шаг. Вот так. Все. Прекрасно. То есть она обучает только одному шагу. Насколько сложнее, чем сценаристом, режиссером, там, оператором. Конечно. А здесь один шаг. Все. В любом случае этот шаг гораздо проще, чем и легче, чем сценарий. А, вы же... Вот, путь вот, начинается с первого шага. Велен. А, это даосы, да? Даосы говорили там... Ну, даосы говорили, что да. Дорога в тысячу миль начинается с первого шага. А, вот вы начинали фильм свой, «Христоносцы», да? Первый фильм. Вас вызывали в КГБ, да, там давали задания, давали там секретную... Толкали в спину. Да, да, толкали. Я упирался. Да, вы упирались. Но в результате вы сделали шикарный фильм. А, ухожу. Здравствуйте. Старик, удачи. Нет, исчез. Зачем мне удачи, когда есть судья? Удача где-то рядом ходит, меня ищет. Она найдет. Вот это правильно. Пусть она тебя находит постоянно. Мне ее тоже найти живьем и посмотреть. На нее, как она выглядит. Ну, конечно, жива. Что это такое? Вы ее узнаете. Ой, думаю, что-то где-то там. Ой, да, да. А вы знаете, очень часто так не бывает, что у вас удача приходит, а вы ее не узнаете, гоните ее в шею. Вот всегда в русском куда-то кинет. Вот. Все хорошо, удачи. Все что-то такое, у тебя всегда будет что-то. Вот. А вот, вот удача. Дай, пожалуйста, визитку человеку. Нет. Ладно, тогда моя. Все, ребят, спасибо. Все, давайте успех. Дарик, удачи. Обоюдно. Это витамины. Когда ты мы вместе работали, Коптев? Коптев? Хорошо. Не, ну он же сказал, вообще, мне понравилась фраза его. Зачем мне удача, если есть я? Если есть я. Все понятно. Хорошая фраза. А как его зовут? Миша, по-моему. Ну, Коптев точно. Ну, давно, когда я еще работал на Горьяновке, мы с ним не виделись лет 15. Сегодня первый раз встретились. Ну, чем хорош этот зал? Когда бы я сюда не пришел, кого-то я бы за встречу.